мы, когда смотрим через камеры, мы видим, что сколько бы ни говорили, в торговых центрах тоже есть, не во всех, но есть люди, которые не соблюдают масочный режим. В общественном транспорте мы видим через наши камеры, которые установлены в автобусах, что тоже вот есть вопросы. Мониторинг группа контроля по автобусам тоже ежедневно эту работу проводит. Плюс еще там не только вот мониторинг, да, но и, допустим, если вы это делаете, там, да, это сразу распространяется по всем центрам. То есть в одном месте сделал, и уже не надо, вот, как я вам раньше говорил, снимок с собой таскать. Вы приходите, они с компьютера сразу вытаскивают. Это тоже цифровые технологии, которые мы внедрили вот за это время. Сейчас мы разработали там QR-коды, вот как в Европе, в Москве показывают. Там приходишь, телефон через QR-код показываешь, он тебя там сразу определяет. Если кто-то заболел, тебе сразу сообщение приходит. Ну, если ситуация будет сложная, но придется к этому включаться. Эту работу по цифровизации всей этой системы будем продолжать.